Едем в поисках прозрачного льда. Какая там дорога? Вот такая же вот? Не, поровнее. Поровнее? Дорога! Это вот 200 километров от Бишкека, вот. Такой же самый лед на Арта-Такойском водохранилище. Я, честно говоря, немножко в таком в легком шоке. Ну, приехали. Давайте хоть выйдем. Вот что делает художественная фотосъемка плюс Photoshop, плюс дрон и плюс, наверное, будние дни, когда здесь, так сказать, практически никого нет. Ну, короче, мы сильно удивлены. Ну, давай на лед-то выйдем, хоть 200 километров отъехали, да хоть зайдем. Да там скользко. Нет, я не хочу. Пойдем. Я по льду ходила по такому. Чего мне по такому льду ходить? Не хочешь? Нет, не хочу. А я хочу. Сходи. Не хочу. Я на Затоне покаталась. Лед скользкий, здесь упасть можно. Пешком идти тоже неприятно будет тебе. Не, я пойду. Ну, сходи давай. Тут, в общем, не везде можно выйти на лед. Здесь вода стоит. В некоторых местах вот там камушки положили. По камушкам можно спуститься на лед. Очень скользко. Лед гладкий, но местами он немножко такой прозрачный, но в общем как-то так вот. Ну да, тут пора уже кошки одевать альпинистские на ноги.
Да, точно. Ну, в общем, окружающий вид. Сейчас я вам покажу. Так, посмотрим. Буквально накануне я тоже в Инстаграме, по-моему, в ленте новость такая была и фотография. Загадочная трещина на озере Арахоль. Там такая трещина. Может, она где-нибудь там и есть. Но визуально так в пределах 200-300 метров там я не наблюдаю. Вот это поездочка, ребята, 200 километров от Бишкека, а? В такой хоккей я больше не играю, ребята. Сейчас сделаем легкий перекус. И поедем в Бишкек. Еще 200 километров. Итого 400. Ну, ребятки, я не знаю, делайте выводы сами. Стоит оно того или нет. Ладно. Температура, смотрите, камень прилип. Смотрите, смотрите. Ну ладно, в любом случае мы с тобой хоть один раз, да, здесь побывали. Да, вы просто бы всегда бы думали о том, что мы вот не доехали, поехали, а зря. Что вот, фотографии в инстаграмах выкладывают такие изумительные, тут так, это сказка, это что-то. Но на самом деле, ребят, замерзший пруд, да, больших размеров, вот, и даже тот же самый автотакой там масштабы, да. Вот, здесь это все как бы так. Ну и, соответственно, ну, ничего, побывали здесь, побывали на Араколе один раз. Вот, говорим в любом случае ему спасибо. Спасибо, что он подарил нам какие-то эмоции. Вот, что-то новое привнес в нашу жизнь. Вот, и говорим ему до свидания. И мы, как я и сказал, возвращаемся обратно в Бишкек. Нам надо сейчас очень аккуратно проехать плохую дорогу, постараться не зацепиться нигде. Мы даже решили здесь перекус не организовывать, решили где-нибудь в районе Арта-Такой остановиться, там намного интереснее и лучше. Тут вот, правда, туалеты организовали, как я понял, тоже прокат коньков. Все, лошади тогда. Там, ну, в общем, то есть местное население, естественно, пытается заработать хоть какую-то денежку правильно на отдыхающих. Это все верно, это все правильно. Вот, но, в общем, короче, ребят, мы излишне больше не будем, так сказать, проявлять свои эмоции. И свою точку зрения мы уже сказали, я думаю, этого достаточно. Все, мы едем обратно. Мы пробыли на Араколе буквально минут 5-10, блин, проехав 200 километров, побыли здесь минут 10-15, максимум не больше. И теперь возвращаемся назад в Бишкек без дополнительных комментариев.
здесь вот, ребята, если уж вы возите сюда туристов, клиентов вот на этот пруд, ну сделайте, блин, вот эти участки дороги, а в конце концов, блин, а. То есть, как бы до Качкорки, а дорога отличная. Вот. Объездная, Качкорская объездная, вот это вот, тоже прекрасная дорога. Я не знаю, правда, как там дальше, ну, еще дальше, блин, ну, тут, вот до этого Араколя. Это, ребята, что-то, блин, если вы бережете свой автомобиль, то отнеситесь к этому с большим вниманием, так сказать, к состоянию дороги, блин, на озеро Араколь. Все, мы спускаемся в сторону Арт-Атакуя. Вот, не знаю, ломаю голову, ехать через Качкорку или обратно ехать по объездной. Я не знаю, какая дорога в Качкорке, если честно. Я там не был ни разу. Ты хочешь в Качкорке побывать? Не хочешь? Не хочет говорить. Да ты ж там не было ни разу. Не надо, да? Не знаю тогда. Но посмотрим сейчас. Ребят, ну мы все-таки решили, возвращаясь к Арт-Атакуйскому водохранилищу, проехать через Качкорку. Вот, мы ни разу здесь не были. Ну и заодно вам покажем, сами посмотрим. Вот, вообще тут, ну в чем опасность заключается? В том, что на объездной там может быть дорога намного лучше, чем через Качкорку. Вот, и только вот в этом мы рискуем, по большому счету. Ну, проедем, посмотрим, вам покажем. Километра проехали и развернулись. Не поедем через Качкорку. Дорога тут такая, что, блин, а что там дальше будет, неизвестно. Ну его. Все, едем по объездной, ребят, отбой. Не увидим мы Качкорочку. Все, выехали на объездную, здесь просто отличная дорога, а тут можно, блин, пилить нормально. Вот, а туда в сторону Качкорки сунулись. Не надо, там такого счастья. Едем в сторону Арт-Атакуйского водохранилища, там остановимся минут на несколько и сделаем, в общем, перекус и нормально отдохнем перед рывком в Бишкек.
Картотракойском водохранилище тут дорожка просто прекрасная, замечательная вообще. Вот. И пейзажи окружающие тоже очень красивые, горы. С левой стороны река Чу у нас бежит. А там прямо по курсу сейчас за одним из поворотов покажется Артотокойское водохранилище. Оно, конечно, очень и очень, ну, по мне, красивое.